В Волгоградской области продолжается патриотическая акция «Дорога к обелиску» и проект «Книга памяти». Это одни из ключевых направлений в работе музея-заповедника «Сталинградская битва» и регионального отделения ДСАО в преддверии 80-летия Победы в битве на Волге. Мероприятие нацелено на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и формирование интереса у молодежи к важным историческим событиям. В плане работы этой акции проходит у нас мероприятие по местам захоронения погибших великих отечественных войны в Сталинградской битве. Значит, мы находим эти захоронения, начинаем с ними работать в плане того, чтобы содержать их в нормальном, хорошем состоянии. Мемориал у поселка Новая Надежда в Городищенском районе области ребята привели в порядок в ходе очередного такого субботника. Здесь захоронен экипаж танка КВ-1. 5 бойцов под командованием 20-летнего лейтенанта Алексея Наумова в январе 1943 года. До последнего боеприпасы вели бой с фашистами. После того, как снаряды закончились, немцы окружили танк и предложили сдаться. Но красноармейцы ответили: «Мы русские, и фашистам в плен не сдаемся, пока будем живы». Немцы облили советскую боевую машину бензином и подожгли. Экипаж КВ-1 спасти не удалось.